Динамо закончило выступление в Кубке Гагарина. Играла ЦСКА довольно интересно, напряженно. Ну, ваше мнение? Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые, понимаешь, ну как за 2 минуты можно пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь. Создали команду, если они сохранят ее, это будет хорошая команда. Ну и потом, вы же видели судейство. Ну, сломали игру, просто сломали. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо. Это некрасиво даже. Поэтому, да, молодцы, но хотелось больше. Спасибо.